Эй, ты рогатый, да-да, ты рогатый. Сюда подошел. Сюда подошел. Сейчас я тебе рога пообламываю. Только очки надену сперва. О, это опять ты, здоровяк. Тебя что, понизили? Раньше ж ты боссом вроде был. Это обильная демоническая менструация. Ух, чуть не зашибло. Нет. Ой, ой, не надо обзываться, дамочка. Замолчи. Я все исправлю. Ловлю. Иногда ловлю. Лучше живо о чем говорить. Держу. Ух. Че? Ну, я хотя бы попытался. Оп, четнара. А, чё за нахуй? Ты куда? А, чё она ездит? Типа скользкий пол и что-то типа того. Говорила мне мама. Да что за херня тут происходит? Мертвая обезьяна. Лучшая обезьяна, та, которая не ездит. Вов, полегче, парень. У них чуть не произошло демоническое ДТП. Во-во-во-во-во! Мамочки мои, надо как-нибудь бочком эту херню обойти. Склад патронов. Значит, сейчас будет битва. Ну, давайте чё. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, три. Я сбился. Карусель, карусель, это радость для нас. Прокатись на нашей карусели. Ау. Потише. Эти козлы. Эй, вы там живы, не видишь ничего. Оп. Ух, сколько вас тут. Парни, не обессудьте. Мне буквально на 5 секунд. Мне только спросить. Все, с этими и покончили. О, комбинезон сталкера. Посмотри на него. Бычок в трех пальмах заблудился. Или ты дэнсишь? Оп. Эй, не, так мы не договаривались. Кто орет? Не ори. Да откуда у вас тут столько?
Черт, я как будто не на улицах Египта, а пошел с Гарри Поттером в лес возле Хогвартса. Эх, был бы у Гарри Поттера пара автоматических винтовок. Проблем бы с темными волшебниками у него бы было меньше. Вы? Ну чё, дамы, готовьтесь к кувалдовому вихрю! Чё-то не впечатлил, да? Кажется, я видел ее птичью вагину. Такое вообще на Ютубе можно показывать? Ой, да это не пилотка была. Это были черные волосатые трусы. Короче говоря, вот так я поиграл в Sirius M3 в шлеме виртуальной реальности Oculus Rift. Это тот самый третий Сэм, который вышел в далеком 2011 году, и тогда я его пропустил. Что странно, ведь больше всего я люблю... Мясо, матюки, убийство. Надеюсь, однажды People Can Fly забросит говёный фри-ту-плейный Battle Royale и выпустит VR-переиздание Painkiller'а или, например, Bulletstorm'а. Мне кажется, Sirius Sam — это одна из тех игр, которая должна быть в коллекции у каждого обладателя шлема. Да, эта игра вряд ли подойдет новичкам, так как сумасшедший темп, непрерывная беготня, прыжки и вращения могут вызвать дискомфорт у человека, недавно купившего шлем. Но опытному обладателю VR перевоплотиться в серьезного Сэма и одолеть орду демонов определенно должно понравиться. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Если тебе нравится тема виртуальной реальности, обязательно подписывайся на этот канал. Это время VR, в котором мы живем.